Михаил уже сидит на месте, расселись. Вот она моя ива. Вот она моя любимая ива. Все, уже пошла она, ребят, пошла она цвести потихоньку. Ну, еще почки такие, конечно, ива-верба. Такие еще небольшие, не раскрылись. Вот сосенка тут, это тоже уже выросла, конечно. Правда, ее вон там пообломало по той стороне. Ну, вот тут ветки прям хороши. Чехол я поставил. И вот она, моя любимая, наша любимая полянка. Привет, ребят. Привет, дорогие охотники, да и просто кто меня смотрит. Открытие сезона весеннего. Здесь, в Южной тайге. Пока здесь, потому что потом я уже выдвинусь севернее. Но пока здесь открытие. И посмотрите, это просто красота. Вот, кто не видел прошлый год, оставляю ссылку в описании. Посмотрите, как было в прошлом году. Именно вот на этом месте. Все поля уже открыты. Ну, где-то вот, где сосенки, березки, деревца есть, там еще снежок лежит. Вот та полянка, она всегда самая поздняя оттаивает. Где-то какие-то колки еще есть. Вода практически вся открыта. Ну, местами лед еще присутствует где-то, но в основном вода открыта. Селезни сутками, утки там, они парами сейчас, пока на гнезда не сели, поэтому охоты, в принципе, сейчас на селезни нет никакой. Есть, но не такая она результативная. Ждем, пока, значит, селезни станут холостяками, и вот тогда начнется. Вот такая весна, тепло. Ну, сейчас вот пасмурно, но при этом очень тепло. Я думаю, что ну градусов 10 точно есть. Я ничего даже не пододевал в этот раз. Просто пришли вон с другом на эту нашу любимую полянку. И сегодня будем ждать тяги, потому что он уже тянет. И он уже начал тянуть раньше. Он уже неделю назад пошел тянуть. И вот как правильно говорит, вам не угоди, что у вас снега по колено, то у вас вальшнеп раньше тянет. Ну, природа, ребят. Будем смотреть на эту охоту. Как обычно, пришел пораньше. И Иваныч тоже пораньше, он со мной пришел посидеть, послушать птичек, природу, пробуждающуюся природу после зимы. Вовсю уже птицы. В общем-то, погода, я бы сказал, вальшнепийная. Сегодня прям, ну, такой мелкий, я чувствую, мелкий-мелкий такой дождичек, местами моросящий. Но облака вот прям, возможно, что он даже раньше. Сейчас уже где-то 7-10, вот так вот. Может, он даже раньше сегодня. Я вот что хотел вам показать. Значит, заказал манки на рябчика Алексея Гончаренко. Заказывал еще осенью, заказал новые его серии. И начали переписываться, а он спросил случайно, там, ты не тот-то, тот-то, вот такой-то у тебя канал. Я говорю, да вроде да, а я... Парень-то скромный, думаю, я ему оплатил уже. Он говорит, а что ты, говорит, сразу не сказал? Я бы тебе еще что-нибудь прислал. И представляете, я говорю, да мне не надо ничего. Я и так всегда готов рад рассказать о хороших манках. Кстати, уже под сезон тогда, летний-осенний, когда на рябчика пойду, я вам эти манки покажу, расскажу о них немножко. Так вот, он мне прислал в комплекте и манки на рябчика, и... Две даже штуки он прислал. Я одну подарил Олегу Дружищеву. Олежку, ну вы видели, когда я его водил на рябчика тоже в Южной тайге. И прислал мне манок на лису. И вот такой вот манок на вальшнепа. Ну, то, в том же самом исполнении. Даже здесь вот написано, как написал, как манить. Футю, футю. Вот я сейчас, я, конечно, ребят, честно вам скажу, я вот раньше, мы с Михой брали, этот взяли вместе давным-давно еще деревянные эти Хубертус манки, но, честно говоря, эффекта что-то от них никакого особо не было. Шапку вот кидали, шапку кидать хорошо, когда вдвоем, один не охотник, он подбрасывает вот где-то, свиркает или хоркает, подбрасывает, действительно пикирует, а вот это, ну... Честно, не знаю. Эпизодический, наверное, характер. Нет, сидит, Миха сидит. Я думаю, сейчас скочит. Идет! Слава.
Миха, он опытный охотник, он на это не поддастся. Ну, вроде похоже. Идет. Где-то вообще, где-то вот там Мих вообще прошел, я только слышал. О, Мих, к тебе идет. Вот. Вот он. И мимо. Ну прям. Ну он не на меня, он как-то наискосок, что ли. Ну, уже первый. Мих, у тебя идет. Вот. К тебе идет. Низом опять, и потом вверх вот такую свечу сделал. Погрызанные уже, конечно. Шишки сосновые. Набрать на самовар. Вот самовар, имя, разжигать, топить. Очень ароматно получается чай потом. Надо будет набрать. Сосенки тут есть.
Так, ну все, вроде я зарядился, все. И уже вон Андрей, дядя Андрей, сосед, уже пошел, тоже пошел туда по тропинке. Подальше, говорит, пошел. Поляна, говорит, твоя, ну не пух пожелал, ну к черту ему тоже. И закат, ребята, я просто такой, меняется прям тона буквально каждые несколько минут, уже по-другому цвета. Не знаю, как на камеру это, конечно, передается. Просто потрясающе сегодня. Он такой розовато-оранжево-желтый, такой вот прям золотистый. Очень красиво. А тут у нас с вами голубое небо. Прямо глубокое-глубокое. Где-то какой-то выстрел я слышал, но не знаю. Уж, наверное, пока не вальшнут, наверное, пока рановато. Ну, посмотрим. Вот уже должен скоро. Я думаю, полчаса и уже пойдет. Идет. Да ладно, ребят, ничего себе. Побежал. Ничего себе, я его сбил. И в деревья туда. Ну, ё-моё. Вот это да. Вот это да. Вот оно. Обалдеть. Вот это выстрел. Все-все-все. Все-все-все-все-все. Ах ты красавчик. Все-все-все. Ну. Вот это, ребята. И заметил-то поздно. Ну, как обычно все. Вот это выстрел. За сосной, вот из-за тех берез, вот так вот. Естественно, я его опять же только слышал, заметил поздно и уже аж вот там вот. И вот туда я, собственно, и стрелял, ребят. То я вштык, значит, не могу взять, практически вот он выходит, то я куда-то 50 метров, ну, не, ну вот как. Ну здорово, здорово. Вот я, в принципе, открылся этой весной. По насатику. Ну, вот даже один мне уже достаточно. Уже я рад, конечно, что ушел от нуля, по крайней мере. Ну, ждем. Сейчас вторая волна должна пойти. Сидим, ждем. Вон он пошел. Вон далеко как пошел. Ну, я даже стрелять не буду. Не, ну это, ребята, ну куда? Вон он на Андрея туда пошел. Вот так вот из-за леса и прям туда пошел. А может, мы ему... Да, ну это Андрей его там и стрельнул, скорее всего. Нет, да что ж такое-то, а? Ну да, вот оттуда, вот, вот что это? Вот уже так, такое небо прям. Журавли. Мне кажется, быстрее. Что-то такое журавлиного плана. Ура! О! Ура! И все. О, уже потише, так осторожней. В общем, ребят, что хочу сказать. Не прощаюсь, потому что еду северней. Буквально где-то через неделю с небольшим, с хвостиком, выдвигаюсь северней. И там уже с ребятами мы, Олежка, там Серега, все, Илюха приедет. В общем, Андрей тоже, наверное, будет. И, ну, в общем, нашим коллективом, ребят, с нашего коллектива. И там уже
как традиционно, селезень с подсадной, я надеюсь, получится. Потому что здесь просто, ну, это вообще, как бы вся утка сидит парами, и охоты нет. Звонили егерю, он говорит, не, ребят, даже, говорит, смысла нету, все по нулям, селезни не садятся по нулям. Вот. Да, собственно, и с тягой тоже. Я бы сказал, что в этом сезоне она, хотя и весна ранняя довольно-таки, но тяга такая, очень вялая. Поэтому я собираюсь, иду, выдвигаюсь, и уже увидимся с вами тогда на севере, в тайге, и там дальше будем продолжать охоту. У нас еще все впереди, прям вплоть до начала мая. Так что всем, ребята, открывшимся Непуха вам, большущей вам удачи. Кто еще, кому еще предстоит открытие Непуха, Непера вам, всем добывшим с полем. Ну и пока увидимся, не прощаемся. Вот она красота. Ушел я от нуля. Ну и прекрасно. Ну что, ребят, для вас пролетели какие-то считанные несколько секунд. И мы с вами уже оказались на севере Новгородчины. Тайга. Для меня же это 800 километров пути, более 800 километров пути. Где-то уже, конечно, стреляют. Наверное, приводит оружие к нормальному бою. Ну, по правилам разрешено. Так вот, проделав этот путь, я оказался здесь, в этих прекрасных диких угодьях, потрясающей по красоте природе. И традиционно я не один. Я приехал вчера, сегодня приехал дружище Олег. И вот тот чай, который я сейчас пил, Олег привез по традиции башкирский мед. Ну, кто знает, что это такое, натуральный, настоящий башкирский мед. Я по нему настолько соскучился, что бухнул прилично. И вот сейчас прям такой запах меда. В термосе прям имбирь даже не так чувствуется, а мед прям вот красота. Балуюсь чаем с медом, таким целебным, настоящим чаем. И любуюсь природой, потому что здесь весна также пришла. Здесь очень ранняя весна, так же, как и у нас на юге. Уже цветет ива, ребята. Я не знаю, ну вам, наверное, не будет она особо там далеко вот видна, но вот она зеленая. Так это неужели уже... Вот Олег-то там, по-моему, стоял. Вот неужели уже тяга пошла?
Вон он пошел. Ребята, да, уже тянет. Он вовсю уже тянет, а я тут с вами болтаю. В общем, вал-то сам прошел недели две назад. И здесь сейчас как бы местная птица. Вот надеюсь, что что-то мы наохотим с другом. Олег чуть подальше вот туда встал. Там такая тоже прекрасная полянка. И вот он, вот он уже вот так прошел. Ну, ребят, все, это уже началось. Уже одного я видел, и уже стреляют. Ну, все, охотимся. Заговорился я с вами. Начинаем здесь сезон. Продлили эту охоту, эту встречу весны в этих замечательных угодьях. Ну, погнали. Ни пуха, ни пера нам. Идет. Вот оттуда идет. Вот он. Отлично, ребята. Ну, красота. А. Медленно прям шел. Ну, красота. Вот это красота. Нет, ну, тяга хорошая. Уже второй. И вот он первый мой здесь трофей. Ну, все. Ну, ребята, ну красота ведь. Вот первый носатик сезона здесь. Идет, что ли, где-то? Где-то хоркает, что ли? Идет. А, вон он, ой, далеко как пошел. Ой, ребят, вон, опять, вот за теми березами. Это уже второй раз вот так вот он там проходит, и я что-то... А дайте-ка я ему туда вдогоночку-то свистну. Ну вот дальше, вот теперь с березками прошел, но даже стрелять смысла не было. Ну это уже какой-то третий получается. Вон он идет. Ой, на дерево, елки-палки. Вроде бы в елки упал. Ничего себе, я стрельнул. Их, я вот зацепился за березу и куда-то в елку. Неужели прям на елке там зацепился? Хорошо бы, чтобы упал под елку. Ну, вот он. Вот он, красавец. Тихо. Все. Вот красота, ребята. Ну, вот второй. Ну. Не, ну, на березу прям туда он и зацепился за нее. Я думал, все, зависнет. Ну. Да, и выстрел такой, он приличный от елки. Еще что ли идет? Ничего себе, это уже пятый. Вот это тяга. Не, ну хорошая тяга, ребят. Еще что ли, или показалось? Он окольцованный. Вот это да, ничего себе. Слышал, что считается, что это большое везение. Окольцованный вальшнап. Идет, по-моему. Идет. Вот он. Ушел. Ну как-то этот резко. Этот прям очень резко шел. Это окольцованная птица. Он с кольцом. Написано все по музей, что ли. По-нерусски, по-английски. Париж. Это Париж. Он... Так это француз у нас, ребята, обалдеть. И номер. Есть сайт, где их можно посмотреть, отследить. Ну и кольцо мне на память. Это вообще-то первая у меня такая птица, окольцованная. Вообще считается большая удача.
Вот это кольцо мне будет на память. Не знаю, ребят, скажите, кто добывал вальшнапов накольцованных. Вот посмотрю потом на сайте и выложу вам информацию. Ну, в следующий раз пойду на охоту, уже в интернете посмотрю. И с ребятами поговорю еще. Идет. Ох, далеко как идет. О, и на манок ноль реакции. Вообще ноль реакции. То есть он никак не среагировал. Прошел вот там за березами. Ну, вот тем коридором сюда не вышел. А может, я его сейчас разверну, и он оттуда пойдет. Ой, далеко как опять идет. И вот опять, и опять за теми березами, только теперь обратно. И сюда он не вылетает почему-то. Вон он идет. Ну. Ну, как-то боком и далеко. И, наверное, не надо было мне стрелять, конечно, по нему. Опять же, на манок он никак не среагировал. Ну. Ух ты, утки! Или это тетерева? Тетерева! Обалдеть, сколько их прошло. Три тетерева. Ну, прям над головой. Я думал, утка прошла. Тетерева полетели. Ну, ребята, вообще, вот это да. Ну, угодья, конечно, богатые. Ничего не скажешь, это тайга. С Боровой тут все в порядке традиционно. И туда, и в сторону Олега. Стремительно так еще. А я уж думаю, ничего себе, вальшнап какой. Вот он. Упал, есть. Через елку, обалдеть. Куда-то он упал все-таки. А где? Не пойму. Ну, красота, ребят, вторым выстрелом добрал. Ну, ребят, третий. Вот это открытие. Ну, просто праздник. С полем. Выстрел произошел вот здесь, вот где тень. И он туда за ней упал. Вторым выстрелом, ну, поправил. И уже так прилично этим назоре. Пойдем, смотри. Три. А, вот я двоих точно видел. Три, но смотри внимательно. У одного кольцо, видишь? О, прикольно. Окольцованный. Я посмотрел Париж, Франция. О-о-о. То есть француз. Обалдеть. Вообще. Обалдеть. Первый раз вальшнап, да? С кольцом, ага. Ну, слушай, вообще шикарно. Просто шикарно. Штук 11 я насчитал.
Ну, у меня многие не на выстреле просто прошли. Аналогично, но тем не менее само. Ну, видел, действие, слышал, да. То есть, а у тебя ты что, ты стрелял? У меня, да, но я близко, видимо, к лесу встал, и они достаточно высоко летели. Ну, ты стрелял. Да, я стрелял в отчаянной попытке. И в отчаянной попытке. Ну, ничего, все только начинается, вот такое открытие, ребят. Ну, это просто я, вот то, что на юге, да, вот эти вот были у меня, можно сказать, это не очень удачная охота получилась. Вот отыграл сегодня на открытии здесь, в Новгородской. И погода шикарная, комары здоровые, да, таежные вот, комары, да, то есть просто шикарно. Ну что, у нас все только начинается. С полем с открытием, да, с праздником вообще, просто класс. Ребят, все, продолжаем, будем приходить, менять, может, места. Ну, в общем, тяга отличная, просто шикарная. Да, удовольствие получили. Да, все, до завтра. А, вон он далеко идет. Идет, что ли? Да. Тьф. Офигеть, вот эта скорость. Вот это, я не знаю, видели вы, нет, это просто маневр был сквозь деревья, вот туда пройти, это просто не вылетая сюда. И вот такие вот пируэты. Потрясающая. И скорость-то какая. Под конец только вот там заметил. И коллегу пошел вроде. Не, ну какая же классная охота. Прям динамичная. Тут не успеваешь расслабиться. Ни чай попить, как обычно. Вот ты сидишь там, чаи гоняешь. Нет, тут все прям четко. Вот же. Боков вроде нету.
А, ну вот, слушай, очень странно, почему он сразу не рухнул. Угу. Крыло перебито, да? Перебито, это по корпусу есть попадание. Ну, короче, вот, вот такое вот. Вообще, я говорю, сегодня, Олег, прям очень странная охота. То есть она какая-то, это самое... Я не могу сделать четкие выводы, что сегодня происходило. Ну, ребят, ладно, в общем, Олег, у тебя тоже сегодня... Да, с полем, потому что открылся, да, тоже. Я тебя поздравляю от души, рад за тебя. Ты еще впереди? Да. Будем пробовать новые места? Ну, наверное, да, надо будет попробовать. Хотя, конечно, меня сюда душа прям тянет, но посмотрим. Ну, что? Береза распустилась, все зеленеет прямо на глазах. Буквально еще пару-тройку дней назад это все голое стояло, а береза самая поздняя. Это прямо уже такая хорошая начинается весна. Вот, ребят, смотрите, и такой вот уже закат. Моя любимая полянка. Ну, забыл сегодня шапку. Ну, ребята, так что, знаете, как это кидают, подбрасывают шапку, что якобы самочка там себя обозначая, и вальшнут на нее идет самец. Ну, вот такого уже не получится. Впрочем, я это и не делаю. Красота. То есть все зацвело. Вот даже просто видно, да, насколько изменилась буквально за несколько дней картина. Вот как раз и гильза тут моя стреляная. Видать, с какого-то прошлого раза. Я, ребят, пришел, как обычно, пораньше. Вот, судя по прошлому разу, он тянул вот тем коридором, там, вот за теми березами. Вообще непонятно, сегодня так немножко подзаволокло, и вообще вот только сейчас, в принципе, появились такие просветы. Кроме того, я смотрю, пошли опять же вот эти перья. Вот оно все, вот это вот пошло, хозяйство, и ни к чему хорошему это не приведет. Неоднократно вам говорил, но мало ли меня, может, кто-то смотрит первый раз, да еще и без шапки. Поэтому вот это все говорит о смене погоды, причем не в лучшую сторону. Скорее всего, у нас скоро, ну, может быть, не завтра, а послезавтра пройдут какие-нибудь дожди. Даже, может быть, похолодает. Впрочем, похолодает-то не намного, потому что весна ранняя. Наверное, так к ночи заморозки. И где-то вот там, да, сидит, бормочет тетерев. Вон он, кстати, вон он сидит. Вот там далековато, правда, на березе. Там вот в том, в той степи. Сидит себе, бормочет тетерев. А пока, значит, я сюда подходил. Ну, еще несколько на березах. Прям довольно близко подпустили. Все пытались мы с Олегом здесь навострить эту охоту. Но, как оказалось, я провел такую разведку. Как оказалось, здесь тетерев есть, но его, во-первых, немного. Дай бог всего штук 5-6, если с окрестных полей. И не собираются они в организованные така. Ну и смысл охотиться там на одного-двух по этике вообще так от 5, а 6 как бы ты берешь. Но даже в этом случае просто я не вижу смысла охотиться. И не факт, что они вообще соберутся на эти чучела, манок. Гильзы подбираю, ребят. И что хотел сказать-то вам насчет кольца того, окольцованного вальшнупа француза. Значит, все очень просто. Я оставлю под этим сюжетом ссылочку на сайт Центра кольцевания. Это российские ребята, по-моему, в Калининграде они находятся. Или в Питере, вот тут могу ошибаться. И вообще, в принципе, кольцевание в основной своей массе происходит в Европе. Это Париж. Там есть такой зоологический музей, то есть при музее, как я понял, там научно-исследовательский институт, вот там и происходит кольцевание. И у нас, в России, в Калининграде. Вот я отправил это, фотографии этого кольца, то есть не обязательно его отправлять. Я его, естественно, оставлю себе на память, потому что это редкость. Это такая довольно-таки большая удача у охотника.
добыть окольцованную птицу. Вот. И, в принципе, если вдруг у кого-то такое произойдет, вот по ссылочке под... Так еще где-то тут вот, ну это вообще... По ссылочке под этим сюжетом, пожалуйста, найдете все, что надо. То есть у них есть имейл, там инструкция, что надо написать, там номер, где добыл, там дата и так далее. Отправил, и мне приходит ответ буквально на следующий день, там, здравствуйте, спасибо, да, за, значит, за информацию. Мы направили нашим партнерам зарубежным и ждем от них получения данных о этой птице. Вот мне самому интересно, ну, в течение недели, как водится, они отвечают. Я потом вам, либо если уже не успею, будет закрытие сезона, ну, напишу в комментарии, откуда птица, какая ее история. Вот это очень интересно. Также это касается не только охотников, ведь можно, допустим, есть вероятность найти там мертвую птицу, да, или там птицу, съеденную хищником, например. И если вы нашли кольцо, вот будете знать, что делать. Сейчас я заряжу ружье, ребят, потому что я-то с вами общаюсь, а... Возможно, сейчас как возьмет, да пойдет раньше. Это ж природа. Однозначно никогда ничего не бывает прям один в один. Значит, если кто, вот я показываю всегда, но вопросы все равно возникают. Так, а есть ли у меня тут какой-то свободный-то патрон вообще? Ага. Это дробь семерка обычно. Я и другой-то и не стреляю. Заводской патрон СКМ. Вот у них серия «Русь», это без контейнер. СКМ «Индустрия». То есть это очень хороший, ну, у него хороший вообще-то, в принципе, даже в текущих сейчас реалиях порох наш отечественный. В принципе, хороший сбалансированный боеприпас, хорошо у меня летит. Я стрелял, проверял по мишени стодольной, то есть очень хорошая кучность у него. Но без контейнера, потому что... Все-таки я не стараюсь стрелять где-то далеко. Хотя и такие выстрелы у меня бывали. Сами видели, француз был добыт довольно-таки не близко. Тем не менее, БК, вот потому что пятизарядка. Была бы двухстволочка, то можно было бы поиграться. Там, в один, например, даже вообще чок какой-нибудь поставить. И контейнерный патрон. А в другой, например, получок бесконтейнерный. Или вообще, может быть, дисперсант, если он совсем там с 5, 10, 15 метрах. Ну, такой более-менее универсальный. Поэтому, ребята, ждем. Все, сейчас заряжаюсь. Ух ты, вон он как далеко-то идет, елки-палки, вроде сюда. Ух ты, а высоко-то как, да не, ну это вообще, я даже его и не достал, в принципе. Высоко-то как прошел, ё-моё.
Без контейнера. Опять же, вот я вам говорю, ребят, там просто дробь. До него может и не доходить даже. То есть это вот в подствольную камеру там кажется, что он близко. А так-то вот прямо далеко, высоко. Ну, стрельнул, ладно, но... И тишина, и все пока, и все, вообще больше ничего, и выстрелов-то нет. Ну, что-то тяги вообще нету, можно сказать, по сравнению там с крайними днями, а открытием, это вообще... Ну, где-то там, да, вот он чуфыкает, этот одиночный тетерев. Сам с собой, причем, я вот не понимаю, как так природа... И объяснений-то этому нет. Вроде и этих копылух нету. Вот, может быть, в этом причина. Вот он. Вот далеко-то как опять. Ёлки-палки. Да это вообще просто смысл стрелять даже нету. Ну. Как-то они... Не, ну это, ребят, вообще... Это... Я просто больше не буду вот это стрелять. Это просто смысла никакого нет там в 50 метрах. Ну, высоко. Они очень высоко ходят. Вот. Есть, вроде бы. Вроде бы есть. Патроны похожи, что ли. Фонарь не взял. Ёлки-палки. Ничего себе скорость. Вот он. Все. Тихо. Стоп. Прилично и далековато, поэтому я поправку-то взял большую. Вот так вот. Да, стул свернул, ну потому что, ну это вообще, ну вот он трофей. Ну есть. Время 10 минут 9, и у нас тут вообще гроза два раза была. Небо все вот черное заволокло. Завтра вообще нам предвещают ливни. Очень много осадков выпадет. Гремит периодически, тоже сегодня дождь накрывал. И он уже сейчас пошел. Я потому что с подсадной, я тут недалеко сижу на болотине. Скрадок оставил, все. И вышел прямо сюда, тут недалеко пройти. А он уже тянет. Правда, пока сюда еще, опять же, не вылетал. Тянет тем коридором. Сейчас буду выходить, смотреть. В общем, ребят, охота уже пошла. Вот такой сегодня день. Сегодня раньше, потому что пасмурно. Ну, в принципе, тепло, хорошо. Вот где-то идет. Ага. Ух ты, есть. Убежал. Вот это ничего себе за березами там. Ну, это вообще... Побежал сразу. Он лежит четко. Надо же, как, ну, вторым выстрелом. Первый что-то я, наверное, то ли вперед его, то ли как-то это самое. Не, вообще все, ребят, чисто битый прям. Вот пол девятого, пожалуйста, первый за сегодня. Ну, нормально, отлично. Фух, есть. Ну, красавчик, такой прям окрас у него, этот вот окрас прям такой более яркий, что ли. Сейчас зарядимся сразу. Так, ну вот, ребят, он шел вот оттуда, вот за теми березами. Я думал, что он вот сюда прям мне в лоб выйдет. Я пошел вот сюда, вот отошел послушать. Ну и вот, в принципе, я думал, он в лоб, а он наискосок вот туда. И вот так вот. В принципе, ну вы все видели, и где-то выстрел был-то вообще вот здесь, в елку. И он все четко, чисто битый. Ну, вторым я его взял. Так, вот они, две гильзы сразу подбираем. Ну, с полем сегодня уже хорошо, уже не пустой.
подул ветер, ребят, и все потянуло накрапывать дождик, как я вам и говорил. Ну, не все коту масленица, хорошенького понемножку. У нас и так, я считаю, у нас тут погода просто стояла шикарная. И с открытия, и дальше, а сейчас все, хватит. Дожди. Тяга на этом, ну, наверное, конечно, не закончилась. Вот стреляет, но она какая-то рваная, честно говоря. То они прям друг за другом идут, то такой прямо хороший, хорошая пауза. Результат сегодняшней охоты, опять же, традиционно на садик и кладу вот под елочку. Ну, как-то так у меня завелось, ребят, что... Ну, вот не знаю, вот такая вот тяга сегодня. Такая, ну, необычная, ну, как необычная, понятно, погода. И, в общем-то, рваная, я бы сказал, тяга. Началась она раньше, чем в прошлые дни. Разве что, ну, примерно так же, как на открытии. Еще по светлу. В общем-то, видел я всего одного вальшнапа. В принципе, он же и был добыт сегодня. То есть, одного видел, одного добыл. Остальные все как-то проходили. То есть, я только слышал, где-то проходили по бокам вот этой полянки. Ну, то есть, я, может быть, подумаю еще как-то. Хотя, вот сейчас смещусь, а завтра он здесь пройдет. Ну, то есть, это рулетка такая определенная, ребят. Тем не менее, сегодня также с трофеем. Вот, завтра уже будет погода другая и пойдет похолодание, судя по прогнозам синоптиков, хотя еще могут передвинуть. Не знаю, посмотрим. Тем не менее, охота пока продолжается. Хотя уже все, вот-вот остается прям совсем недолго до закрытия. Не все дни получается выходить, поэтому, к сожалению, показать вам всю эту охоту, ну вот, от начала до конца, все эти 10 дней невозможно. Поэтому вот то, что есть, ребят, по одному, ну, это хороший результат. Вот она красота, вот солнышко уже потихоньку уходящее туда, за горизонт, за лес. Вот она полянка, вот наша елка, с которой я сроднился, да думаю, и вы уже сроднились. Вот эти все просторы, поля, и уже, конечно же, да, зеленая трава и березы все уже, ребята, зеленеют, все уже зеленые. Ну, первый раз у меня такое, что здесь я вот уезжаю и с зелеными березами. Обычно только-только они начинали цвести на момент отъезда. Да, ребят, да, дорогие, сегодня крайний день моей охоты здесь на Боровую. Собственно, сегодня же закрывается и сезон, эти короткие 10 дней на Боровую. Конечно, не все они вошли. Сюжет этот, который вы сейчас смотрите, я надеюсь, с такой же душой смотрите, как и я здесь провел время на охоте. Собственно, завтра я уже уезжаю домой. Отсюда, из этой девственной, нетронутой тайги, из этой потрясающей, колоритной природы. Тут есть особая своя какая-то изюминка, которая всегда, вот всегда в воспоминаниях сюда тянет и тянет обратно. Я, честно говоря, сегодня даже абсолютно все равно, добуду ли я сегодня или не добуду. Я просто пришел попрощаться с этими местами. Проводить солнышко вот на закате, посозерцать, послушать птиц. А уж если ничего даже не наохочу, то ну и ладно. Не затем мы ходим, ребят. К тому же у меня для вас есть новости. Да, пришел ответ у меня с центра кольцевания птиц касаемо того француза окольцованного. И вторая, ну это не новость, а скорее то, что я вам обещал, выводы касаемо манка на вальшнапа.
Давайте по порядку, сейчас я вам все это дело и расскажу. Значит, информация. Центр кольцевания, Paris Museum, то есть, как я вам и говорил, Парижский зоологический музей. Дальше номер кольца, который я им, собственно, и прислал. Вид птицы вальшнеп, сколопакс рустикола. Вот возраст, что важно, 2 года. То есть птица, даже нет, тут стоит более 2 лет. То есть ему, он старше 2 лет. Вот насколько, не ясно. Больше 2 лет. Дата кольцевания 26.01.2023, то есть это январь этого года уже, то есть в начале года, 26 января, во Франции его окольцевали. Место Френс-Оис-Рефондес, какой-то дальше координаты места. Дата находки 21.04.2023, 21 это как раз день открытия здесь был. Ну, далее я указал место находки, регион, координаты, вот они здесь, вальшнеп добыт на охоте, вот так вот, ну, далее номер письма, и вот что интересно, дистанция его пролета до вот этой полянки 2332 километра, азимут 64 градуса, время 85 дней, то есть, по сути, ну, 2300 километров, ну, не так уж много для перелетных птиц, они ходят и намного дальше. И время с момента, я так понимаю, кольцевания прошло до момента прилета его сюда 85 дней. То есть, в принципе, информация такого общего характера. Ну, что тут важно и ценно, что ему более 2 лет. И что действительно он прилетел к нам из Франции. Вот, ребята, вот такая информация. Я это все оставляю по ссылочке в описании. Поэтому еще раз вам скажу, что и также куда обращаться, если вдруг вы нашли кольцо, потому что не обязательно вы охотник, ну, скажем, грибник. Птица может погибнуть по разным обстоятельствам. Даже естественным образом она может просто, жизнь закончится в силу возраста. Может быть задавлена зверем каким-нибудь, куницей там или еще хищником. Ну и так далее, да, поэтому обращайтесь в центр кольцевания, что, как, чего, ссылки на сайт и имейл я оставляю, опять же, по ссылочке в сюжете. Вот такая вот удача у меня была, это редкая очень, вообще редкая удача у охотника, именно добыть окольцованную птицу. Теперь второе, то, что я вам обещал, мои выводы касаемо вот этого маночка на вальшнеп от Алексея Гончаренко. Футю. Значит, да, манками на рябчика я очень активно пользуюсь его манками. Это классные манки. У них можно менять тональность. В общем, рябчикам они нравятся. Кто бы что ни говорил. И вот теперь вот такое, да, он мне прислал в качестве презента. Значит, ребят, объективно могу сказать следующее. Что он есть, как бы, что его нет. То есть, нет, были несколько моментов вот за эти 10 дней, когда, ну, действительно, то есть, надо понимать, да, что это не утка, это не как мы там маним духовым манком, она там делает круг и заходит к нам в чучела. Нет, это не рябчик, он не подлетает, он идет своим вальшным, своим коридором. И вот были несколько моментов, когда действительно он где-то там за березами вот начинал проходить, а я ему сделал... пару раз футю, и он как-то бах и сменил коридор, и вроде как бы пошел в мою сторону. Опять же, ребят, я, ну, это как бы субъективно, может быть, он это сделал по другим причинам. В остальном же, как они ходят по своим делам, не, вообще не обращая никакого внимания на манок, так и ходят. Но как бы вот мысленно, наверное, то есть в мыслях, я думаю, что ну хуже от него точно нет. Вот вопрос, срабатывает или не срабатывает, ну я вам сказал, 50 на 50, что есть, что нет. Это вот мое мнение. Может, я, конечно, что-то не так делаю. Вот, пролетающий вальшнеп.
ушел. Не хорканье, это цвирканье, ребят, тут только цвирканье. До хорканья еще, наверное, технологии как бы не дошли. Ну, подразумевается, что, в общем-то, это изображение самки, цвирканье самки. Провожаем мы с вами уже солнышко, да, да, вот оно вот уже почти заходит, и вместе с тем такой морозец. То есть вообще у нас, в принципе, здесь, это сейчас вот ясно, а до обеда стоял ливень, прям такой хороший ливень, значительно похолодало, похолодало, в принципе, наверное, дня 3-4 назад. С тех пор также вот температура воздуха и не поднималась. Хотя завтра вообще обещают некий скачок аж плюс, да, до плюс 18. Вот сейчас плюс 5, да. Вот так вот. Вот такая погода. Естественно, она на природе отражается. И вообще вальшнеп, в принципе, не очень любит таких вот скачков и заморозков. Ну, не знаю. Посмотрим, во сколько сегодня будет. Время к 8 вечера с таким высоким небом, я думаю... Пойдет он где-то 8:30. Ну, посмотрим. Тут вот раз на раз не приходится. Где-то прошел, и пауза. И паузы длинные такие. Все, солнце уже практически зашло туда. Опять же, вот эта полоса, вот это вот золотистое такое, уже на фоне зеленых же берез, опять же. Очень красиво, конечно. Да ладно! Ничего себе! Вот это да! Вот это выстрел. Вот это выстрел, ребята. И, по-моему, на камеру подствольную не записалось. Где-то он прям... Ё-моё. Ну все, все, бедненький, все. Прости, прости, мой хороший. Интересно, так такая тишина вообще просто. Ну вот он наш сегодняшний трофейчик. Носатик. Вот так вот, ребята, я и завершаю этот охотничий сезон на по вальшнепу. Прощаюсь я с этой полянкой в свете фонаря. Считаю, что охота получилась удачной, все-таки у меня сложилась. И вот окольцованный был даже добыт. Так что желаю вам тоже, всех, кто добыл свои желанные трофеи с полем, поздравляю. Ни пуха, ни пера, может, тем, кто еще где-то севернее открывается. Большущие, ребята, вам удачи. Созерцайте природу почаще. Находитесь. Вот так вот тоже находите в жизни моменты, чтобы выбираться на природу, вдыхать эти ароматы хвои, прелой травы прошлогодней и уже свежей зелени, которые вот, свежих ароматов, которые вот-вот уже, вот она весна пришла. Вот так вот мы и встретили с вами весну. Ну что ж, пока увидимся. Буду я собираться ружье.